Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Я расскажу вам сегодня смешное про ОСАГО и новости из ГАИ. Помните, как некоторое время назад Российский союз автостраховщиков встал на борьбу с поддельными полисами ОСАГО? Наши старые зеленые полисы решили отправить в историю, а на их место пришли новые – розово-желто-красные документы. Утверждалось, что в них степеней защиты больше, чем в 5000-й купюре, а подделывать их дорого и хлопотно. Мы, конечно же, сразу поверили, коль такие серьезные дяди говорят такие серьезные слова. Но не прошло и полгода, и на рынке совершенно спокойно появились поддельные полисы нового образца. Похоже, подпольные типографии оснащены настолько хорошо, что среагировать они смогли весьма прытко. По утверждениям чиновников РСА, по России таких полисов гуляет уже миллион, хотя вроде как число их не растет. Ладно, ничего. Нас ждет новая серия борьбы с жульем. В ближайшее время нас ждет очередная версия полиса ОСАГО с очередной степенью защиты. Теперь на заветной бумажке будет QR-код. По идее страховщиков, он будет вести на центральную базу полисов, и в течение буквально нескольких секунд можно будет определить, настоящий ли он или фальшивка. Почему этого нельзя было сделать сразу, история умалчивает. Но есть такое чувство, что очередную модернизацию проведут за наш счет. В недрах МВД зреет одна мысль. Говорят, что гаишникам хотят запретить выезжать на ДТП, где нет пострадавших или так называемых паровозиков. Логика в министерстве простая. По стране огромными шагами идет европротокол. То есть стукнулись, сами заполнили извещение и разъехались в разные стороны. Сумма ущерба, которая может быть компенсирована, 50 тысяч рублей. В некоторых регионах она уже 400 тысяч, но необходима фиксация ДТП с помощью GPS или ГЛОНАСС. Тем не менее, водители протоколом пользуются редко. Вдруг там не на 50 тысяч, а на все 100. Да и обязать их использовать никто не может. В Минфине даже думают, чтобы сделать этот протокол безлимитным, но с обязательной фиксацией точки геолокации. Очередная инициатива, состоящая из путаницы и вопросов. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».